мы сейчас находимся в моем зале, где проходят занятия по самбо. В данный момент у нас занимается около 120 ребят, как младшего, так и старшего возраста. Данный вид спорта развивает все мышечные группы, также развивает многие волевые качества, как смелость, храбрость, способность защитить себя, своих близких. В среднем разминка идет 30 минут, все остальное идет разработка техники, отработка техники, какие-то новые элементы, повторение старых элементов. Всегда нужно стремиться за результат, и также ребята стремятся повышать свою планку, повышать свой результат. Каждый хочет стать мастером спорта международного класса, заслуженным мастером спорта. На данный момент мы имеем одного мастера спорта и трех кандидатов мастера спорта по самбо и дзюдо. На начальном этапе дети сначала учатся, как правильно упасть, как правильно самостраховку выполнять. Сначала развиваются физические качества, гибкость, ловкость. А после этого мы уже переходим к подготовке к изучению бросков. Всех приглашаем к себе в зал. Пожалуйста, приходите, занимайтесь спортом. Нашу школу с 15-летием. Желаем ей также существовать, развиваться, воспитывать чемпионов мира, Европы и так далее. И...